огурчики, помидорчики разные, черешня, персики, нектарины, клубника, 175 рублей полкилограмма, 100 рублей персики, 300 рублей одна это, я не знаю сколько там, клубничка, колбасы, сколько, рынок, мясо, колбасные изделия, сало, вот здесь копченое сало, 500 рублей, какой только нет, здесь колбаска вся, здесь копченое сало. Волки бегают, под ногами путаются. Фрукты не стала дальше снимать. Рынок большой. Выбора дофига. Купили лаваш грузинский. Одна 60 рублей лепешка. И арбуз взяли большой. 50 рублей, по-моему, килограмм арбуза. Вышла нам вытянула 1500. Магазин за тортиком зашли. Какого только нету. Офигеть. Пирожное всякое разное. Это еще не все. Это вот торты только, рулеты всякие. Вот пирожные. Офигеть, сколько сладостей. Я бы все попробовала. Тортики видно на заказ. Вот тортики красивые, пирожные. Красивые. Здесь у них сразу пекарня, хлеб пекут. Ой, здесь даже еще выпечка всякая. Здесь вот донусы. Тортики тоже здесь. Орешки со сгущенкой. 400 рублей. Вес 542 грамма. Там разный вес. Магазин огромный. Нет, смотри, какая выпечка. Каких только батонов нет. А вот еще батоны всякие разные. Багеты. У нас бы уже все разобрали. У нас уже ничего не было. Еще есть вот хлеб мягкий, свежий. Круглый хлеб. Багеты тоже сверху. Белый хлеб. О, боже мой, еще не все. Кошмар. Здесь. Офигеть. И с изюмом, и с зернами. Офигеть, сколько хлеба тут. Ой, какой темный хлеб. Бородинский, наверное.